Привет, друзья мои! Привет! В 2020 году, сегодня 2 января, и я записываю специально маленький, но самый душевный видосик для тех, кто нашелся. Практически все вы были со мной на прошлом канале. Представляете, такое случилось. Я вам эксклюзивный видосик с Дворцовой. 2 января сейчас. Передаю каждому по приветику. Сейчас нас 24 человека. Самые мои постоянные, самые любимчики. Сразу меня нашли. По-моему, только из 24, только один у нас новенький. Поздравляю вас с Новым годом, друзья, с наступившим 2020. Желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались, хорошее настроение, позитивчика, чтобы цели ваши достигались, чтобы вам принес этот 2020 год много радостных дней, много бабосиков, кто загадал желание про денежку. В общем, всего самого хорошего. Мне было так приятно, что я только зарегистрировалась заново, короче, и потом открыла канал и выложила первый видосик свой. И тут же, минут, не знаю, через 10, сразу два человека нашлись. Привет вам, это Серый Волк и глава ФРС. Ну, у вас такой сложный ник, извините. Я имен ваших не знаю, к сожалению. Не все знаю имена, многие знаю. Вот, сразу... Мальчики нашлись, ребята, а потом девочки начали, и Венерочка, и Олечка, и Тамара написала сразу с Новым годом. Сейчас Серега Шадрин сразу написал, Саша, Антон, Триф, потом Антон Поиск Разума. Ну, много-много, я сейчас вот всех помню, вот всех, кто сразу же нашел меня, всех-всех знаю, всех обнимаю. Каждому по приветику посылаю из Петербурга, с Дворцовой площади. Молодцы, спасибо, вы меня так поддержали. Так много комментов пишете, я все их читаю, это очень клево. Вот эти комменты, когда вы даже по одной строчке там, ну, много раз пишете, или пишете большие комменты, это все клево, все круто, спасибо. Сейчас, конечно, меня не видно особо там в поисковиках, и, конечно, начинаем мы с вами все сначала, друзья мои. Ну, что поделать, ничего страшного. Так что, если будут повторяться видосики, если будут повторяться темы, надеюсь, вам будет тоже интересно. Возможно, какие-то дополнения будут в этих видосиках. Поэтому начинаем все сначала, с чистого листа. Несколько видосиков у меня сохранилось с прошлого канала, я их повторю. Там и летние видосики, и, в общем, разные, и осенние. Думаю, что все-таки стоит их выложить, пока мы только начинаем. Может, вы их видели, может, нет. Вы же не все со мной с первых дней, поэтому для кого-то, может быть, и информация будет новой, и видосики будут новыми. Так что, друзья, спасибо, что вы со мной. Желаем хорошего настроения. Сейчас еще идут праздники. Честно говоря, как-то так думала, ехать, не ехать, снега нет. Вы же видите, у нас в Петербурге так и не было снега толком. Вот тогда немножко... Выпал так что-то, совсем чуть-чуть. Но это же так, немножко раз и нет его. Поэтому, видите, у нас слякоть в Петербурге. Ну ничего, вот вообще-то это я уже четвертый Новый год здесь, наверное, да, четвертый. И первый раз, что вообще нет снега. Обычно все-таки снег. А в этом году как-то совсем отличились мы. Ну все, мои драгунчики, пойдемте дальше гулять. Я сейчас выкладываю видосики, буду выкладывать. Постараюсь каждый день что-нибудь интересненькое. А потом я, конечно, расскажу вам, как это все случилось с моим каналом. Конечно, 1940 подписчиков уже было у меня, 458 видосиков. Это круто, круто. И YouTube, я могу сказать, что... В плане продвижения вполне замечательно ко мне относился, неплохо, не могу жаловаться. Но вот именно вот в этом моменте, наверное, может быть, я сама не особо там много, знаете, приняла мер для защиты своего канала. Но это я вам как-нибудь сяду и обязательно расскажу. Это нужно дома рассказывать, в спокойной обстановке, по полочкам все разложить, проанализировать. А сейчас, друзья мои, с Новым годом еще раз, хорошего вам настроения.
Всегда рада вас видеть на своем канале, рада вашим комментам. Пишите по пару слов, хотя бы мне приятно. Пишите все, что хотите узнать о Петербурге. Возможно, мы будем тему повторять, потому что я вижу, что темы о работе, они актуальны, темы о недвижимости актуальны. Так что, друзья мои, все. Встречаемся на канале. Обнимашки, целовашки. Слушайте, никак с вами не распрощаюсь. Думаю, напишу такое маленькое письмо вам в таком виде. В виде видосика в Дворцовой. Но этот видосик эксклюзивно для вас, для моих первых подписчиков. Для моих первых подписчиков на этом канале. Все, мои дорогончики, пока-пока. Каждому по клиентам.